Спонсор прогноза погоды — капли Акумитил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области ясно, без осадков. Дневная температура 17-20, тепла, ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем плюс 19, ночью плюс 12 градусов. Северо-восточный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. В Самаре безоблачно и без осадков, плюс 18 градусов в дневное время, ночью плюс 12. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 34%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.